Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит, и сегодня я рисую для самых маленьких, для малышей. Это рисунки для малышей, папа рисует их. А меня зовут Ваня. Сегодня я хочу нарисовать большой футбольный мяч. Как его я рисую, я вам хочу показать. Сначала я нарисую круг, смотрите. Большой круг. И я расскажу, как я рисую такой ровный, достаточно ровный круг. Потому что я думаю о том, не смотрю моим глазом на ручку, как я рисую, или фломастер. Я просто рисую круг. Я много раз рисую. Потом раз, и получается круг. Вот, мяч, собственно, готов. А теперь я хочу нарисовать его черно-белые грани. Я нарисую их вот так, смотрите. Нарисовать пятиугольник. Пятиугольник я рисую таким образом. Вот такой пятиугольник получается. Он черный. Я его пока раскрашивать не буду, но потом раскрашу. Вот такой он. Пятиугольник черный. От него идут грани, лучи. Вот так я их нарисую. Вот так они идут. Так. И так. Видите? Теперь я нарисую еще грани. Вот сюда. От каждой точки я нарисую еще грани. От каждой точки еще грани. Так. И так. Видите? И теперь только нужно закончить эти грани сюда довести, а здесь соединить, где видно. Вот так. Получается, что у меня есть черные и белые. Черные я покажу вот таким образом, немножко пожирнее. Вот они идут, черные мои грани. И я хочу добавить все-таки немножко раскрасить карандашом, чтобы он был такой более натуральный. Мячик. Для этого я возьму только черный карандаш. Вот так. И покрашу. Так. 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 Тут самое главное не перепутать, где черные, а где белые грани. Потому что если вы перепутаете, у вас получится совсем другой мячик. Он будет немножко не футбольный. Вот такой мячик. Еще я возьму серый цвет. Серый. И нарисую тень моему мячу. Тень. Здесь, вот здесь и вот здесь. Вот так. Немножко углублю ее черненьким, но только давить буду очень-очень слабо. Смотрите, очень слабо. Немножечко, немножечко. Вот такой мяч получился. Его рисовать легко, согласитесь. Круг, пятиугольник, лучи и еще лучи и пятиугольники. Получается классный футбольный мяч. Ребят, я прошу вас, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте и рисуйте своим друзьям, показывайте свои рисунки родителям, и я буду продолжать рисовать. До новых встреч, пока-пока!